Ограбление секонд-хенда. В Николаеве двое вооруженных налетчиков ворвались в магазин. Несколько раз выстрелили в потолок и забрали дневную выручку. Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Грабители так торопились, что даже растеряли часть добычи. Купюры разлетелись по полу. С места преступления они уехали на велосипедах, которые были припаркованы у входа. Несмотря на это, поймать злоумышленников по горячим следам не удалось. В полиции открыли уголовное производство по статье «Разбой».